Вон, тысячи птиц поднялись в небо. Чайки сидели вот там на этом маленьком островочке, не островочке. Ага, вот он сразу океан соединяется. Вот он даже там. Там моста нет, океан соединяется вот. Как сказать? То есть вот это вот кусочек океана. Я почему-то думала, что там вот остров. Вот. Окей, сори. Он не разрешает сидеть на этих, на стенке. Я села на стенку, нельзя. А. This, they had guards on duty all the time, okay? And this, go back in there, that's where they stood. Это место для наблюдателя. Опа, опа. They did not have вот и потерлись. Короче говоря, вот он отсюда стоял и наблюдал. Об эти амбразурки наблюдал и мог стрелять в неприятелей. Вот так вот. Вот так вот. Место для наблюдения. Какой у меня умничка муж, все знает. Интересно, я бы догадалась до того, что это такое. Ага, вот такая амбразурка. Я думала, это как, пойти помолиться. Кому что? Кому что? Honey, is it the ocean? You see where that crane is way out there? You see now where the... I understand why Ivan A going through St. Augustine, because there's no bridge there. No bridge. Uh-huh. So все, теперь я поняла. Ага, вот почему этот порт, вот этот построили здесь, вот эту, как вот что это такое? If you go about 4,000 miles that way, you'll go to Yalta. Ага, ага, говорит, пойдешь. Попадешь в Ялту, отсюда приплывешь. Вот оно что. А я, если честно, не знала, что вот там моста нет между островами. Там вот идут островки. Надо туда съездить обязательно. Но не с моим мужем, он никак не хочет. Его вытащить это невозможно. Мост вот туда ведет тоже. Ага. Все, теперь я поняла. Красотулечка, он как. Here's something funny.